Вот такая вот красота получилась. Получается очень плавный переход плечом. И посмотрите, как красиво, как интересно, как необычно переходит цвет. Просто чудеса какие-то. Такую секционку найти. Мы с вами ее сделали из той пряжи, которая у нас есть в наличии. И за счет очень пестрого узора, вот его не видно, его не проследить здесь. Но вот этот вот ряд дает необычный эффект. Шиваем одно плечо. После этого мы с вами провяжем рукав. Рукава вывязываем из открытых петель. Чем ценно поперечное вязание? Тем, что открытые петли, их сшиваете трикотажным горизонтальным швом, и у вас полная имитация отсутствия шва. И плюс к этому, прямо из этих же открытых петель мы вывязываем рукав. То есть открытые петли, вот они отлично видны, надеваете на вязальную машину, и из них вывязываете рукав. Оставшиеся петли сшиваются горизонтальным трикотажным швом. То есть шов, его будет просто не видно, шва. Вот, шва нет. Ну да, он. В этом месте у нас отсутствует жаккард. Поэтому вот так, немножко провал такой еще не отпаренный. Сам рукав обычным швом, внутренним можно косичкой, можно иглой, как вам удобно. И рукав, обратите внимание, здесь даже видна небольшая припосадочка. То есть, когда мы начинаем надевать петли для вывязывания рукава, лучше сделать небольшую припосадку. То есть, через равное расстояние. И таким образом получается вот такая легкая припосадка. У нас никогда не будет стянутого края. Не надо будет растягивать. Стягивать все будет отлично сидеть. То есть это улучшает посадку изделия. Все, после того, как зашиваете, убираем брусовую нить. Потянули, и брусовая нить сама отваливается. И там начинается новенький рукавчик. Зашиваем, подпариваем и будем смотреть, что получилось.